Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Очередное нападение на таксиста совершено в Гомельской области. Водитель жив, находится в Рижской больнице. Подозреваемый задержан. Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Накануне 17-летний речищанин вызвал такси, чтобы навестить могилу родственников в деревне Стасевка. По приезду на кладбище изрядно выпивший молодой человек набросился с молотком на 63-летнего таксиста. Следствие не исключает, что место было выбрано не случайно и отрабатывают различные версии дерзкого нападения. Таксист вышел из машины и через некоторое время неожиданно получил удар молотком по голове от пассажира, который подошел сзади. Мужчину с переломом теменной кости госпитализировали. Для определения степени тяжести нанесенных телесных повреждений, а также изучения следов на орудии преступления и одежде назначен ряд судебных экспертиз. Вымывание грунта стоковыми водами канализации стало причиной чрезвычайного происшествия в гаражном кооперативе по улице Нововетренной в Гомеле. Сотрудниками МЧС было установлено, что произошло обрушение передней стены здания, а легковой автомобиль «Пежо» провалился под землю. Работниками МЧС при помощи крана была поднята кровля гаража, после чего аварийная бригада «Гомельводоканала» приступила к извлечению автомобиля и к работам по устранению причин неисправности канализационного коллектора. Гараж с нарушением требований нормативных актов был построен несколько десятилетий назад в охранной зоне канализационного коллектора. В месте проседания грунта на глубине 4,5 метров находится железобетонная труба диаметром 120 сантиметров. Никто не пострадал. Причина проседания грунта выясняется. Восстановительные работы продлятся несколько дней. В Ветковском районе спасатели также оказывали помощь автомобилистам. В деревне Золотой Рог загруженный песком самосвал одним колесом провалился в яму, которая образовалась в результате схода снега. После каждой попытки водителя раскачать машину и выехать из западни, крен только увеличивался. Пришлось прибегнуть к помощи МЧС. Спасатели извлекли большой груз из ямы без причинения самосвалу повреждений. У меня все. Благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4».